66 дворов города Пушкина ждут своей очереди на благоустройство территории. И только один из них выделен в отдельный вопрос с организацией рабочей комиссии. И все потому, что его неутомимый председатель ТСЖ энергично защищает своих товарищей по жилью. Полную версию заседания Совета городских депутатов вы сможете увидеть отдельным сюжетом. А пока интервью с героем дня. Валерий Панько, Крыловадин, председатель товарища собственника жилья. Сколько у вас собственников? У нас 180 квартир, из них 172 в собственности, 8 принадлежат администрации. По имени отчеству Валерий Яковлевич? Да. Валерий Яковлевич, вот такой простой русский вопрос. Вам что, больше всех надо приходить на совет? Мне не больше всех надо. Я хочу сделать двор для себя, для детей, для пожилых людей, вот, чтобы двор был приятный. Двор при сдаче дома в эксплуатацию, двор был благоустроен. О том, что так 797 гаражей было во дворе, это не наша вина, это вина администрации. Они нам поставили гаражи, зарабатывая на этом деньги. А мы их снесли, тоже с помощью администрации. А сейчас мы мучаемся, у нас беспорядок во дворе. Мы не можем сделать границы, не можем закрыть двор, не можем межевание провести, потому что не завершено благоустройство, понимаете? Мы в центре города, вот дом рядом, все туда нам кидают машины, приезжают, ставят, уезжают в Москву. Почему москвичи закрывают свои дворы, а мы не можем? Мы что, другие люди? Мы рядом живем, все. Все нам приезжают и оставляют машины и уезжают. Вот основная причина, по которой нам надо благоустроить и закрыть. Мы пока не благоустроим, мы не можем провести межевание. Валерий Яковлевич, ну вот много же у нас различных ТСЖ по городу, да. Но я вот только впервые и уже второй раз вижу, что вы прям приходите на заседание. Какие еще инстанции вы проходили? С кем беседовали, кому письма давали? Я хожу на все мероприятия, проведенные, все форумы. Последнее мероприятие, проведенное 16 декабря 2016 года, форум «Управдом» проводило правительство Московской области. Это предпоследнее. А последнее я ходил 10 января 2017 года, я ставил же заявление на имя президента, приемный президента Российской Федерации. И сколько лет это все продолжается? Это все продолжается с 2007 года, как я ушел на пенсию. Нет у вас ощущения, что пора плюнуть на все? Нет, ощущений нету. Я живу этим и думаю, что все люди, которые могут что-либо сделать, должны сделать для своей страны какую-то пользу принести. Вот. Я работал 15 лет в системе ЖКХ, от Министерства ЖКХ в Горемстройтрессе. Мы ремонтировали все дома, мы делали везде всю работу, все ремонтные работы мы проводили. Я работал здесь, в Пушкино, последние 7 лет, начальником ремонтно-хозяйственного управления. Вот. И занимался именно этой работой. И эта работа мне знакома. Я не нарушаю никаких законов, я никакой зарплаты не получаю. Я хочу сделать людям, детям, чтобы они жили нормально во дворе.